Добрый день всем. Сегодня я хочу показать вам разницу между сеянцами мамиллярии синилис на своих корнях и сеянцем, который я привил на селеницериус. Посмотрим, как они отличаются. Вот этим сеянцем полгода. Вот. Мы видим, какой размер они имеют. И сейчас мы посмотрим на сеянец привитый. А вот так вот выглядит сеянец привитый на селеницериус. Он в разы больше. Вот такой он. Некоторым, конечно, не нравится неестественная форма кактуса, но для того, чтобы ускорить процесс, приходится прибегать к такому методу. Смотрится, конечно, очень красиво, как снежный шарик такой весь. Вот. Всем спасибо. До скорых встреч.